Сегодня с вами находимся All Inclusive, Золотое Руно, поселок Витязево. Ранее мы делали съемку данного гостевого дома, теперь это отель с услугами All Inclusive, и мы делаем пересъем, так что прошлое видео уже не актуально. На собственный пляж вас возит вот такая машинка. Есть парковка, территория, на которой мы сейчас с вами пройдем. Находится на улице Мира 213. По фасаду у них есть вот такая вот детская площадка, которой вы можете воспользоваться. Вход на территорию идет уже по браслетиком. Мы зашли, здесь есть ногомоечка, то есть я представляю территорию отеля. Бассейн подогреваемый, грибочком с фонтанчиком, то есть можно отдыхать и наслаждаться, получать удовольствие на лежачках, на солнышке. Есть отдельная детская зона. Идет отдых по полной программе. Если хотите, лежачок, пожалуйста, в тенечке, можно просто посидеть. С правой стороны у нас находится строение на втором этаже. Имеется точка промежуточного питания. Это пространство, то есть вы можете сюда прийти, взять, перекусить, сесть и покушать. Либо взять на территорию, как это делают многие люди, к бассейну, перекус. Здесь есть два вида пива, светлое и темное. Также два лимонада и два вида вина, красное и белое. Также имеются булочки, пицца, разнообразные чипсы, печеньки, чай, кофе. В общем, все, что надо, чтобы дожить до следующего приема пищи. За отдельную плату можно посидеть, покушать шашлычок, провести свой досуг. Здесь справа и слева корпуса, и между ними очень много зелени, обустроенная территория, работают фонтанчики, всякие альпийские горочки, здесь происходят анимации. Привет всем, мы занимаемся досугом отеля Золотое Руно, Charter Spirit, делаем семейные шоу-программы, чтобы наши гости остались самыми крутыми, чтобы лучшими эмоциями. Чтобы вы почувствовали комплексные эмоции, потому что у нас огонь, звук, свет, коктейли, бармен-шоу, шоу со змеей и разные экстремальные элементы, в которых вы обязательно поучаствуете. Проводятся вечеринки, караоке, все желающие гости могут поучаствовать, попеть. Проводим мероприятия на бассейне, пул-пати, день Нептуна. Отличная музыка, диджейские сеты. У нас будет очень много конкурсов и призов для всех гостей. Можно выйти, посидеть рядом со столиками, под музычку потанцевать. Такие элементы, вот как кресло, стол для настольного тенниса. На территории отеля «Золотое Руно» работает детский клуб, в который вы можете привести своего ребенка. Здесь работает профессиональный педагог-аниматор. Есть очень много игрушек. Здесь нас учат играть, хорошо себя вести, помогать. Добрый день, меня зовут Маргарита. Я педагог-аниматор в отеле «Золотое Руно». И работаю в детской комнате. Мы здесь с детьми проводим разные занятия и увлекательные мероприятия. Приходите. В третьем корпусе находится ресепшн, а также ресторан шведской линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш отель. Будем рады вас видеть в Золотом Руно. На ресепшн он такой прям великолепное оформление. На первом этаже есть кулер. Вход на шведскую линию. И доступ к номерам осуществляется посредством лифта. Шведская линия. Режим работы завтрак с 8 до 10, обед с часу до 3 и ужин с 6 до 8 вечера. Здесь идет розлив спиртных напитков. В вечернее время разливается чача, водка, коньяк. Обед идет белое, красное, сухое вино, темное, светлое пиво. И на завтрак идет шампанское сухое, полусладкое. Здесь кофемашина, американо, капучино, ванильный капучино. Чайная станция, где вы можете себе заварить чай, либо кофе. Чай можно посмотреть. Гринфилд, лимончик и печеньки. Выбор нескольких видов хлеба. Так вот расположены столовые предметы. И здесь у нас первое блюдо. Бульон. Можно выбрать с яйцом, досыпать мясо, зелень. Есть рыбная похлебка и окрошка. Также добавить сухарики. Если хотите подогреть, есть микроволновая печь. Здесь свежие овощи. Помидоры розовые, огурчики, перец болгарский, зелень, лук. Выбор салатов. Мимоза. Помидоры пикантные, то есть с добавлением чесночка и зелени. Помидоры под сырной шапочкой. Франчоза. Салат сделан. Сверху есть соуса масло. Соевый соус, яблочный, уксус и уксус с розмарином. Разнообразные виды соусов дзадзики, аджика, хрен и тартар. Сметана, майонез, икра кабачковая, оливки и маслины. Пюреха стоит на мармите, подогревается, то есть постоянно тепленькая. Пюре с соусом Наполи и фуль мидомис.
куриная котлета и ленивые голубцы. Есть рыба, минтай в томатном соусе. Это выбор фруктов, сливы, апельсины, киви, арбуз, нектаринчики. На сладкое есть такие вот печеньки разнообразные, орешки, сушки. Вода фильтрованная, вода газированная, лимонад. И вот такой вот детокс. Сок мультифруктовый, каркаде, сок яблочный. Ни разу не пробовал детокс, нигде не видел его на раздачах. Вкусная такая водичка. Зал очень большой, на всех места хватает. Можете видеть, что идет раздача, и никаких очередей, нигде ничего нет. Люди просто кушают и под музыку такую классическую получают удовольствие. Я чувствую, зря это сделал, но взял почти всего себе пробовать. У меня ленивый голубец, куриные котлеты, пюрешка, все соусы почти, фасоль. А здесь два салата, помидорчик, перчик и уха. Уха прям пушечка. Уха ушла. Фасоль вообще восхитительная, пюреха отличная, котлета куриная. Еда имеет тот вкус, который должен быть. Действительно, все по-домашнему, очень вкусно. Я в этом году, когда встретил женщину, которая восхваляла Золотое Руно, говорил: Юра, там вообще прям круто, офигенно. Я прям очень удивился. Придя сюда, уже на пересъем видео, я увидел, что да, действительно, мы видим, как наши отели витязевские приходят, all inclusive. Действительно вкусно. Я, допустим, отдыхал в Сочи, там выбор был прям очень большой, но есть особый. Ничего не хотелось. Здесь вот я попробовал практически все блюда и очень вкусно. Для передвижения по этажам есть комфортабельный лифт, и перед ним установлены такие вот кресла для вашего удобства. Лифт очень большой, просторный, работает кондиционирование, то есть очень даже комфортно в нем передвигаться. В каждом этаже есть гладильная доска и утюг. Доступ в номера осуществляется по карточке. Мы с вами находимся на 5-м этаже и смотрим номер с 4-местным размещением с возможностью допа. На входе такое место для того, чтобы повесить вещи и обувница, и места для хранения. Вот так вот выглядит первая комната этого номера. Двухспальная кровать, раскладывающийся диванчик. Но каждый номер оборудован холодильником, чайная станция, телевизор, плит-система. Номер выглядит очень уютно, пространства много. Но стульчик, чтобы посидеть, столик, подкатить себе поближе. В общем, все, собственно, для вашего удобства. Это только первая комната. И отсюда есть выход на балкон. Очень широкий, большой стульчик, стольчик и место для того, чтобы подсушить там какие-то купальники ваши или еще что-то. И вид на территорию. На входе у нас есть еще одна дверь, и здесь у нас находится вторая комната. Такое вот кресло широкое, стол, телевизор, сплит-система, также большая двухспальная кроватьс прикроватными тумбочками и изголовьем. Есть место для хранения, стол и зеркало над ним. Место для хранения выглядит вот так вот, с доп. Одеялками и сейфом. Санузел. Ну, здесь прям ванная комната, могу сказать, очень интересная. Душевая кабинка, халатики, огромный выбор полотенцев, место для того, чтобы помыться. Ну, прям красиво смотрится. Каф, это, конечно же, фен, это зеркальце с подсветкой, возможностью подключения каких-то электроприборов дополнительных, там, бритвы, например. Ну, все очень-очень симпатично. И категория этого номера – это не люкс, а family. Сейчас мы находимся на 3-м этаже. Будем с вами смотреть 3-местный стандарт плюс доп. На входе у нас место для хранения во всех номерах. Также есть сейф, тапочки, чтобы вам было комфортно и уютно. Очень красивая отделка, честно, смотришь, вообще прям глаз радуется. Так выглядит вторая сторона шкафчика. Дополнительные одеялки, просто все, что вам нужно. Если чего-то нету, всегда можете попросить, вам донесут. На входе нас встречает стол с стульчиком и зеркальцем. Есть кроватка с двумя прикроватными тумбочками, картины, еще одна кровать дополнительная. Вот эти вот три места основных. Есть телевизор, сплит-система, барная стойка с чайной станцией, набор посуды, еще один стол и вот этот вот диванчик раскладывается. Место прям, ну, во всех номерах, которые захожу, прям очень много. Также есть балкон, столик, место для сушки, стульчики. Сели, отдыхаем. Санузел, душевая кабинка, тоже очень большая, раковина, зеркальце, фен, набор принадлежностей, шампунь, гель, кондиционер, много полотенчиков. В общем, вот такой вот формат. Как тебя зовут? Алиса. Откуда ты приехала? Винтура. Как тебе отдыхается в отеле? Отлично. Анимация нравится? Да. Покушать, питание? Очень нравится. А на пляже?
Спасибо большое. Территория бассейна, друзья, выглядит вот так. Люди отдыхают, играют музычка, есть лежачки, чтобы отдохнуть. В общем, да, питальная красота. Здравствуйте, меня как... зовут Марина. А откуда вы к нам приехали? Мы приехали из Москвы с мужем. Неделю побыли здесь. Правда, сегодня уже уезжаем. Ой, как вовремя вы встретились. Расскажите вкратце, как прошел у вас отдых? Все ли хорошо, все ли понравилось? Какие-то плюсы-минусы? Ой, все понравилось. Домашняя обстановка, уютно. Можно найти много новых друзей из разных городов. Познакомиться. Все без происшествий, как говорится. А по питанию вы довольны? Да. Домашнее питание вкусное. Снэк-бар достаточно ли, алкоголя всего? Ну, девушкам нормально. Хорошо. Это вообще прекрасно. На море хороший пляж, возили вас? Да, возили. Можно пешком добраться, если позволяют ножки. Так, и самый большой вопрос – это чистота в номере на территории? Ну, здесь обслуга и горничная очень хорошо работают. Приветливый, уютный ресепшн, приветливый персонал. От души привет кому-нибудь? Приезжайте в Москву, и всех ждем здесь. От души спасибо большое. Для того, чтобы добраться на пляж, мы приходим на ресепшн, смотрим расписание автобуса, идем к нужному времени. Друзья, мы выходим из отеля, здесь нас уже ждет машинка к нужному времени, садимся и двигаемся на пляж. По инфраструктуре здесь, ну, 5 минут до параллельда, всех развлечений, два парка, есть аттракционов, рядышком находятся и продукты, фрукты, овощи, хотя, в принципе, после шведской линии, я думаю, что вам ничего не понадобится, потому что здесь выбор и огурцы, помидоры, перец, фрукты, все было. Ну, теперь поехали. Очень прикольно, едешь такой на машинке. Прям, я бы сказал, даже классно. Идти не надо. Хотя, в принципе, ну что тут этой улице мира? Ну, как говорится, приходит к нам сервис, и надо пользоваться всеми благами цивилизации. Вот если что, здесь Артурчик жарит шашлычок, и магазинчик еще один находится. Конечно, 23-го маршрута. Очень удобно, кстати, и, как говорится, современно. Машинка уезжает, но нам осталось совсем немножечко дойти до пляжа, который относится к нашему отелю. Вот, не знаю, в этом видео рассказывают то, что есть столовая. Столовая есть. Можете увидеть, что людей здесь уже достаточно много кушает. И, в принципе, в этом году отзывы очень хорошие про эту столовую. Так что, если вы здесь ели, пишите о ней тоже обязательно. По пути там очень много всего. Также тут совершенно недалеко для того, чтобы пройти пешочком, ну, как говорится, сервис, это круто. Ощутил, сейчас я сел возле отеля, и я уже на пляже. Разнообразные есть сувенирчики, коктейльчики, люди продают батутик. Здравствуйте. Заходите к нам обязательно. Вот, вас очень ждут. И прыгать я не хочу. Много разных торговых площадей. Все идут туда по прямой, а нам надо в правую сторону. Там заборчик, огороженный пляж, который относится к отелю «Золотое Руно». То, что от зеленым с белым, все огорожено именно к ним. Есть переодевалочка, есть туалеты и есть душ. Наша подписчица, как оказалось, работает. Тетя Роза, тетя Розик, привет. Всем привет! Друзья, смотрите, здесь на пляже есть бар, можно перекусить, налить себе прохладительные напиточки, продается кукуруза. В общем, все в шаговой доступности, прям рядышком с вашими лежаками. Никуда идти не надо. Друзья, 32 температура у нас сейчас, и это в тенечке. Я стоял, пока вот бар снимал. Подходим. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь. Маша. Дима. Откуда вы к нам приехали? Московия, Воскресенск. Как вам вот отдыхается на этом пляже? Очень здорово. Все супер нравится. Угу. Все доступно. Столовые покушать. Все есть, то есть кожа, что хотели бы? Экстрим. Да. Водичка. Водичка супер. Вообще. Отлично, ребят. Приветик, может, кому? Родным, близким. Бабушке всему привет. Воскресенскому. Маша, Кирилл. Да, тоже скоро на юга. К Волюшку здесь осталось чуть-чуть. Вы сами видите, что... Дальше друзья, подписчики выбирают именно этот пляж, потому что он им очень нравится. Приезжают сюда уже не первый год в наш любимый поселок. Есть услуги массажа, услуги проката, банан, катамаран, что вам только может понадобиться для вашего увеселения. Смотрим, какое у нас здесь море. Люди загорают, отдыхают, и всем все очень прям нравится. У моря температура немножко полегче, здесь попрохлада идет от него, плюс 30 градусов.
Водичка, по-моему, ну, сверхшикарная. Я бы такую вам советовал находить, купаться и получать удовольствие. Можете видеть, сколько людей у нас в море сейчас находится. Я думаю, что я всех еще и порадую. Людей становится меньше, море становится гораздо теплее. 25,4 показывает температура воды. Прям очень шикарно. В общем, телефоны напрямую указаны, друзья. Цены мы не озвучивали только потому, что там очень много разных номеров, категорий. И постоянно на ваши предложения будут их предложения со скидками и со всем остальным. Так что звоните. Тот, кто ищет отдых All Inclusive, узнавайте, отдыхайте. Отзывы великолепные. Ребята работают не первый год. Местные жители поселка Витязева. И за что им спасибо, за то, что создают тот же самый турецкий уют, но на черноморских берегах. Вот такой вот All Inclusive был сегодня от Юрия Заровского. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео, дорогие друзья.